Итак, ребятки, у нас новое место преступления открылось. But who killed him and why? Examining the body should provide a lead. Я просто подумал, что расследование это интересно, его можно снять. Просто он образовался на карте, его раньше не было. Owen Grant, he's an investigative journalist. Did an interview with him last year. Must have been chasing a big story to be out here. Да, на крыше. Camera strap around his neck. But where's the rest of it? Реконструируем. Его кто-то тащил. This trail indicates the victim tried to escape before succumbing to his wounds. Да, вот он тут умер. Он зачем-то наблюдал. Spatter analysis indicates the shot came from below. Grant must have dropped the camera when he was hit. Reviewing the reconstruction will help me find it, assuming the shooter didn't get there first. Здесь, значит, ловить нечего. Хотя... Мне кажется, стреляли вон оттуда. Ничего не тут, тут ничего не появляется. А, фотоаппарат нам нужен. Вот ты где. Alfred, I'm sending you some data taken from a camera. See if you can ID the subject in the shots. Certainly, sir. Just give me a moment. Here we are. One Chucky Burks. I'm sending you his last known location. Задержать подозреваемого. Так что быть, сейчас задержим. Где подозреваемый находится? Наверное, где-то здесь. Где-то в городе. Правда, ведь я не очень точно выразился. Стрельба Доки Дикса, значит, отправляемся. При помощи быстрого путешествия. Да, здесь оно действительно нужно. И тебя вывел из строя. Всех вывел из строя. Ну, расскажи. What do you want? Justice. You killed a man. Why? He was gonna expose our counterfeiting. I didn't have a choice. You always have a choice.
Alfred, let GCPD know that Chucky Burks has been apprehended for the murder of Owen Grant. Send them my current location along with the case file details. At once, sir. Ну, вот вам и готово. Еще какие-то дела у нас тут есть? Пока что не видать. Давайте на это посмотрим вот так. Вот интересно, как открыть этих двух персонажей? Вот это досье, так сказать, я еще не открыл. Я не знаю, может, это DLC нужно для этого, может, еще что-то. Он уже 11 дел. Еще нужно 13, 14, 15. 15 это звездочка. Я получу величайшего детектива за это. Досье. У нас только один. Два человека не открыто. Нет, вернее, один человек. Кто же он? Черт возьми.